Нам тут Сергей Иванович в гости пришел. Давай, давай, давай. А Вера с ним тут устроила гонки. Что спряталась-то? Все, я пошел домой. Все. Все, я домой пошел. О боже, Ирина Ивановна! Кошку позадрела, с ума сходит! Что происходит вообще? Еще давай! Держись, папа! Самое главное, что теперь папе придется то же самое делать. Давай еще на ручку походим. На ручку давай. Вера! Давай, иди. Иди. Давай. Жопой-то крути, так ты. Только в косяк не едь, разворачивайся. Устала? Это же не мотоблок, Иваныч. Все, хватит. Надо предысторию сказать. У Иваныча очень много внуков, и он уже прыгает. А то я сейчас вас увидела, выгов не хочу. Замучила уже деда. Нет. Ну все, хватит. У Иваныча внуков много, а внучек нет. Вот он приходит, тут забавляется. Надо просить у сыновей-то, чтобы внучку уже подарили. А зачем меня вот есть? Я прыгну, наиграюсь, да и ладно. Смену принял. Спасибо тебе, Иваныч, что ты надоумил. Теперь я смогу с папой. Иваныч, ты знаешь, шустрее был.